Привет, вы на канале Mavavi Vlog. Как вы знаете, мы любим делать видео, но еще мы любим музыку. В этом выпуске мы покажем, как сняли этот короткий ролик, который вы только что посмотрели. При работе над этим выпуском мы вдохновились видосами блогера Дэниела Шифера. Он просто мастер своего дела. Ссылку на канал вы сможете найти в описании. Весь наш съемочный став вы также можете найти в описании, а на все вопросы мы с радостью ответим в комментариях. Добро пожаловать за кулисье! Три, два, один, поехали. Камера отъезжает, доезжает докуда-то до сюда, начинает ехать обратно. Тут типа втыкаешь кабель. И руку надо будет убрать. То есть камера уедет обратно вниз. Угу. Со всеми случается, пацаны, да? Смотри, я подниму камеру и зафиксирую ее здесь. В этот момент ты втыкаешь кабель. То есть я командую «поехали», втыкаем кабель, и потом убираешь руку, и я делаю слайд туда. И поехали. И поехали. Вот, должно быть хорошо. Раз, два, три. Давай попробуем снять это реверсом. Начнем с конца, то есть будет поворачиваться камера. В это время ты доворачиваешь выключатель, потом руку убираешь, я убираю камеру. На монтаже будет реверс, как будто бы все так и было. Поехали. Это все на сегодня. Хотите повторить? В описании мы оставим ссылки на выпуски, которые пригодятся вам в подготовке, а также на видеоредактор Mavavi. С ним вы легко сможете оперативно отсмотреть материал на площадке и детально поработать над ним дома. Спасибо, что посмотрели! Не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось. А также пишите комментарии, если хотите больше таких выпусков. Пока!